ребятушки, всем вам огромный турецкий привет. Вот такой вот солнечный, морской, зимний. Такая вот зима у нас с вами в Турции. Что, мы ровно год назад купили квартиру, а сейчас вынуждены с ней прощаться, к сожалению, большому. Вот, сейчас поедем, я вам покажу нашу квартиру, сделаю подробненький обзор. А мы находимся в Анталии, это у нас Кони-Алты. Сейчас мы с вами на пляже, здесь у нас лиман, а там у нас с вами хурма. Мы сейчас поедем в хурму. 2 километра, 2,5 вот так вот у нас от моря до дома. Хурма, это у нас так называется райончик, где мы живем. Поехали, покажу вам и потихоньку расскажу, почему мы продаем нашу квартиру, что случилось вообще, как так можно было продать такую квартиру с таким шикарным видом. Если вдруг кто не знает, набережная у нас длиной 8 километров, и на всем ее протяжении можно гулять, сидеть в кафе, купаться, загорать. В общем, обалденная набережная. Ну и там еще в сторону Кемера есть набережная. Вот эти люди сейчас купаются, загорают. Что, поехали, покажу вам нашу квартиру. Так, ну что, смотрите, у нас здесь, когда въезжаешь, у нас можно нажать пульт на брелке, две кнопочки там, левый шлагбаум открыть и спуститься в подземную парковочку. Сейчас мы туда с вами зайдем, я вам покажу. И вот здесь вот нажать кнопку и заехать уже на открытую парковку. Ну, обычно сюда все заезжают, когда летом жаришка, то можно и под низ спуститься, чтобы машина не пекла и чтобы она сильно не нагревалась. Мест парковочных достаточно. Вот так вот, видите, можно здесь даже ставить велосипеды. Вот так вот. Здесь наверху можно ставить и внизу. Я тут ставлю сейчас, когда часто катаюсь, когда мало катаюсь или лето, чтобы не выгорали велики, ставлю вниз. Сейчас мы туда с вами заглянем. У нас в Сите 3 дома. 1, 2, 3. Вот здесь у нас небольшой тренажерный зал. Поначалу я первые разы здесь позанимался. Пару раз. Ну, тут как бы не шибко круто. Но так, видите, велотренажер есть. Эллипс есть. Универсальный вот этот тренажер. Много чего можно сделать. Беговая дорожка, ковры, коврики. Вот. И здесь из этого можно тоже собрать себе там на бицепс, на трицепс. В общем, штангу даже можно сделать. Я как бы занимался, мне хватало. Окна здесь можно пооткрывать. 4 штуки. И будет проветриваться. В общем, довольно комфортно заниматься, но здесь на набережной у нас 2,5 километра, я на велосипеде еду 7 минут. Доехал на набережную, все, там каждые 500 метров идет тренажерная зона, я там занимаюсь, мне там больше нравится, потому что ты позанимался и искупался. Я как раз сейчас собрался ехать позаниматься, но думаю, пока солнышко, давайте засниму вам контент. Вот здесь у нас спуск в подземную парковку, мы пойдем сразу туда и зайдем. А, да, здесь у нас охрана. Камеры везде, то есть КПДЖ все следит, КПДЖ, ЮНТДЖ, администрация. Айдат у нас 330 лир. Сразу скажу, курс у нас сейчас с вами где-то там 3,7-3,8, сейчас чуть подрос. Вот мы с вами спускаемся, то есть точно так же можно припарковаться и подняться наверх на парковку. Сейчас я снимаю на новую камеру, GoPro-шку, она в темноте, чтобы снять, ей надо переключать новые режимы. Вот, но я вам так сниму, думаю, вам будет немножко понятно. Вот, видите, здесь тоже можно велики запарковать. Плюс у нас своя очистная система дополнительная к воде. То есть ноги даже готовят на этой воде. Вот, на мой баллонный заказ. Здесь у нас сауна. Но приняли решение, что не работает. И вот здесь у нас хамам. Сейчас я вам подсветочку сделаю на телефоне. Опа, но все равно довольно-таки темно будет. Посмотрим, что у вас там видно. У нас там вообще не видим, все здесь полная тень. Но большой хамам. Приняли решение, что мы используем, так как мало кто ходит. И, блин, мы вообще по отелям, когда ездим, мы там в отелях и ходим. Вот видите, даже на парковках везде все в камерах. Там датчики движения срабатывают, свет включается. И мы ходим все время обычно в отелях. Вот, в баню. Так что здесь тоже рядышком есть. Вот, но нам хватает. Приняли решение, что не используем. Чего в холостую гонять, когда ходит очень мало людей. Но каждый раз тут собрание происходит, можно на собрании что-то довнести, что-то придумать, активировать опять баню с хамамом, с сауной. Вот, пойдемте дальше. Хорош здесь ходить. Хотя очень приятно здесь ходить. Вот видите, здесь даже вон, не хочется камеру включать. Все, чтобы поснимать. Трава, видите, все ухаживает, все подрезают у нас. Вот видите, дорожки мокрые. Только что Кападжи ходил здесь и все мыл. Все стриг, он как раз только вот он постриг кусты. Это наш бассейн, который вы могли видеть частенько. Сейчас, естественно, он не используется. В конце мая включат. Вот. Ну, хотя я купался и, по-моему, до октября. До самого конца вообще один купался, уже никто не купался. И душ у нас там есть, и туалет. Здесь зонты вынимают, шезлонги. Ну, может, если какие-то летние кадры я нарою, я вам сюда ставлю.
нас в бассейне всегда очень мало народу. Вот реально приходишь, я либо один плаваю, либо вдвоем с кем-то, вот, либо еще кто-то плавает. Ну, бывает, конечно, побольше народу, детки. Вечером вчера вот перед закрытием, там 9:30 тоже много деток купалось. А так, как бы, видите, у нас большой бассейн, всего 3 дома. Будем получается, что бассейн для сам. Так, красота, пойдемте. Дальше, вот видите, у нас тут жить даже стрижет кусты. Как в отелях, вот так вот, чтобы все было красиво. Пальмочки тут растут, разный размер, где-то побольше, где-то поменьше. Но сейчас у нас осень. По ощущениям осень, да? А на самом деле у нас зима. Ну как у вас зима сейчас? Вообще свежее видео у вас будет 24 декабря. Всех наступающим Новым годом уже практически. Вот, вот видите, вот так вот. Хападжи у нас все ухаживает, шланги разматывает. Все поливает, чтобы цвело, все росло. Подстригает. Детская площадка у нас вот здесь вот. Деток мы здесь отпускаем, они гуляют. Вон там, вот видите, у кого-то даже гамачок. Я вам, может быть, сюда подставлю кадры, когда здесь все это солнечное, да, когда зелени много. Ну, солнце сейчас у нас и так. Вон только тучки небольшие приползли. Видите, апельсины растут, никто не собирает. Я их беру и прям в чай добавляю вместо лимона. Очень вкусно. Здесь оливки, их уже собрали, здесь подстилали такое все. Подстил, трясли деревья, палками стучали, вот, и все пособирали, очень много оливок, там оливки, там гранат тоже все пособирали, вот это все были зеленые кусты, гранат, я вам сейчас, наверное, сделаю вставочку. Это у нас гранаты, смотрите, они уже начинают цвести, вот здесь, по-моему, даже маленькие гранатики уже появляются, гранаты, апельсины, что-то у нас здесь еще, но в основном гранаты, много-много гранатов. Видите, как здесь классно, детки у нас тут гуляют целыми днями. Вечерами. Привет. Видите, как он тут дружно все. Посмотри, ой, смотрите, какая красота. У них тут кролик. Это мой кроликом. Смотрите, видите, как еще люди живут. Тут там другая квартира. Они тоже, видите, свой навес зеленый сделали. Туда вынесли столики. В общем, вообще красота. И вот наш сад. Что классно, что он тоже еще дает тень. Вот, видите, сколько там можно гамак натянуть. Что хочешь, можно натянуть. Это территория общая уже. Это оливки у нас здесь растут. Это еще какие-то пихтабли. Не знаю, что с деревьев, кто знает, пишите. Мне кажется, тут мушмула. Смотрите, да, у нас тут все мушмула растет. Сейчас поспеет и можно есть. А я видел, Никита ел. Ты ел уже мушмулу, да? Да. Сладкая? Очень. О, видите, какая красота. Я жду гранаты. Их можно тоже собирать, это общее все. Кто хочет сок, кто хочет вино, можно сделать. То есть здесь очень много гранат. Здесь целый гранатовый сад. Такой вот большой. Здесь же у нас барбекю-зона. Она такая вот. Можно здесь жарить шашлычок, здесь стол, здесь электричество, розетка, свет, все есть. И там вода у нас, можно включить. Ну, кстати, при желании можно туда вот за калитку выйти, пойти погулять. Я там хожу, часто гуляю. У меня там маковая плантация. Но не моя, конечно, там просто растут маки. Я иногда букет срываю, жене маковый букет дарю. Ну, там много чего растет. В общем, очень интересно, можно прям запутешествовать. Вот такая у нас зона, такой сад. Это самое такое, блин, большое место, наверное. Чтобы вот так вот было просторно, потому что сколько квартир я здесь засмотрел, то такого огромного сада еще свободного я не видел. Там гамачок, кто-то там качается на гамаке. Вот там вот наша квартира, прямо с видом вот так вот на горы. Сейчас с вами поднимемся туда, и я вам покажу. Здесь чем классно, что кто вот работает удаленно, если вот там у вас Wi-Fi стоит, как у меня, допустим, дома, здесь добивает, либо можно ретранслятор поставить, потому что здесь розетки у нас тоже есть. Все, вышел с ноутбуком, сидишь, работаешь на свежем воздухе. И еще классно, можно комбинировать, когда солнышко, там можно чуть подвинуться, там тенек когда сесть. Ну, кто смотрел мои предыдущие видео, тот видел, смотрел, как я зимой тут работал. Вот, очень классно, очень удобно вышел, заряжаешься солнцем, природой. И работа очень плодотворно идет, так что всем, кто на удаленке, это вообще очень классная тема, чтобы вот так вот была своя зона, своя барбекю-зона, рабочая можно назвать ее зоной. По сезону. Вот смотрите, остались даже еще гранаты, потому что их, ну, никто не собирает, и кому надо, мешками прям пособирали, то есть любой может житель Сите здесь собирать. Видите, прям гранат висит, уже раскрылся, высох. Это можно, наверное, это, через этот гранат рассаду делать. Вот, собирайте сколько хотите, все, что хотите, оливки, апельсины, вот, все здесь в общем пользовании, скажем так. Так, вот здесь сейчас вот как раз Кападжи подошел. Мы через переводчик все общаемся, вообще никаких проблем нету, все друг друга понимаем. Есть Google переводчик, там прям разговорчики такая тема. Я говорю, надо здесь нам что-нибудь придумать, потому что, видите, песок, когда дождь пройдет, если вода стоит, да, говорит, уже обсуждали эту тему, бетоном зальем и сделаем резиновое покрытие. Так, по поводу того,
куда мы переезжаем. Тоже писали Жене, куда вы переезжаете. Вот, потому что у нас здесь тусовка такая, дети у нас здесь гуляют, там по 10 человек одного возраста. Там у Никиты человек 5, такая тусовка, они здесь общаются, дружат, как бы переедете. Мы никуда не переезжаем, естественно, из этого сети я никуда не уеду. Мы в этом же сети остаемся, но только квартиру мы берем больше. А у нас будет дуплекс. Вот. Правда, единственный огромный минус вот этого вида на гору у нас не будет. У нас вид будет на ту сторону. Вот будет туда смотреть, чего я, конечно, очень не хочу. Я из-за этого очень расстроен. Вот. И, блин, я из-за этого даже квартиру продавать не хочу. У меня прям на душе кошки скребутся, как я буду вот так вот выходить. Я все время выхожу, делаю зарядку, смотрю на эти горы, и они меня просто заряжают безумно вообще. Вот. А этого вида у нас уже не будет. Но у нас еще старшая дочка есть, она, кажется, сегодня вечером приезжает. Вот. И все-таки мы, наверное, решили, что пускай у нас будет больше площадь, но уже не будет такого шикарного вида. Вот. Но я, конечно, внутри себя с этим прям не могу никак смириться. Вот, ну, на общем семейном собрании мы подумали и решили вот сделать вот так вот. Ну, ничего страшного, вот. Переживем как-нибудь, хотя, конечно, не знаю, как вот. Ну, жена говорит, будешь сюда выходить и здесь вот смотреть на свои горы любимые. Ну, наверное, так и буду делать. Ладно, пойдемте, покажу вам квартиру. Все, болтаем, болтаем. Вот, пишите ваши вопросы, комментарии, обязательно поддерживайте видео, ребята, лайками и вашими комментариями, потому что сейчас не сезон, а Турцию мало кто смотрит. И ваша поддержка как никогда нужна, поэтому я вам авансом говорю спасибо, а вы авансом жмите лайкос. Ну и все ваши вопросы пишите в комментариях. Да, если, кстати, кто захочет купить квартиру, пишите мне под видео. Я оставляю там ссылки на свои соцсети, там Telegram, все, ВК, Инстаграм, почта, все есть, доступные виды связи, так что обязательно пишите. Вот, если нету квартиры, да, если для вас это дорого, потому что я от 200 тысяч евро продаю, потому что моя квартира в евро, мне нужно именно в евро будет расплачиваться. Вот, и кому надо побюджетнее что-то, там, может быть, дом постарее, еще что-то, то есть район какой-то другой, вот, вы пишите, приезжайте, тоже найду вам вариант, вот, все разные, везде цены разные, вот, от дома зависит, от его состояния, от ремонта, вот, у нас ремонт там вообще идеально, потому что мы когда заехали до нас, там от силы полгода жили, там по мебели даже все видно, потому что это была квартира застройщика, у него было 3 квартиры вот тут вот последние, он 2 продал, это он для себя оставлял, но потом все-таки решил куда-то там перебираться и продал ее нам, то есть там все было новенькое, то есть он иногда приезжал, останавливался там и уезжал, то есть квартира была как бы закупорена, вот, и мы там прожили вот год, как раз вот скоро будет, спустя год вот так вот продаем свою квартиру, поэтому там все новенькое, мебель, все, ремонт, все идеально, даже ремонт не делали, все от застройщика осталось, но все в идеальном состоянии, все, пойдемте, я вам покажу квартиру. Да, кстати, смотрите, вот когда приходишь домой, вот здесь счета пришли, вот как раз пришел счет, и первый счет мой, представляете, не постанова, по-честному снимайте, за воду 241 лиру. 241 лира это 900 рублей и доллары 12, доллар 92 цента. Так, ну что, пойдемте зайдем к нам, я вам покажу. Вопрох, кстати, правда, плохо снимает в темноте. Привет! Так, лифт у нас здесь. Так, вот такие у нас лифты, все новенькие. Мы живем на третьем этаже. Это третий турецкий, а это получается четвертый русский. Ну, лифт очень новенький, все свежий. Да, кстати, у нас здание года постройки 2014. Вот, но здесь все очень хорошо, потому что все зависит от качества отделки, от качества материала, который использовал застройщик. Так, ну что, заходим. Да, кстати, обувь можно здесь ставить на улице. Вот, мы также приобрели тележку, как и все приобретают здесь, чтобы ходить на рынок. Звоним, звоночек и заходим. Так, ну что, давайте заходим в нашу квартиру. Так, смотрите, слева у нас здесь туалет, это спальня, это детская комната. Там у нас гостиная, давайте с гостиной и начнем. Да. Уже елочку вот мы нарядили, к Новому году готовимся. Так вот большая-большая у нас просторная площадь здесь. Видите, как вот таких 3 отделения получится. 1, 2, 3, 3 зоны даже, может сказать, даже 4. Вот так вот у нас здесь все. Давайте вот так вот вам взгляд на эту сторону. Так, здесь у нас есть барная стойка. Барные стулья мы так и не купили, один раз приехали в Икею, но забыли их купить. Так, вот здесь у нас, смотрите, духовой шкаф. А здесь у нас микроволновка вот так вот спрятана. Вот здесь еще шкаф. И здесь у нас, кстати, еще вот есть комната гардеробная, такая, скажем, кладовая. Здесь стиральная машинка, бойлер у нас стоит, там чемоданы. Вот, ну еще там можно много места для хранения вещей сделать, но мы как-то эти полки так и не сделали. Вот так просто оставили, как есть. Так, дальше, смотрите, здесь у нас сама кухня пошла. Тут арчели, очень классно моют, кстати, на средней стирке за там 25 минут вообще идеально.
все стирает, стирает, отмывает. Так, здесь у нас варочная плита, скажем так. У нас здесь газ, вот у нас баллон стоит. Вот, ну, можно при желании поставить электрическую. Есть такие даже комбинированные, две электрические, две газов. Ну, у меня как-то к газу нормально, мы привыкли. Нормально, вытяжка. Сейчас по вытяжке я вам покажу. Я сделал себе сразу вытяжку на улицу, да, на выход сделал, потому что в Турции у них как-то не принято с вытяжками. Вот, давайте сюда врубим, заодно вам еще и покажу балкон. Это второй балкон, такой больше технический. Здесь у нас кондеи висят, у нас их три штуки в каждой комнате. Здесь вот, кстати, вывод сделан под бойлер. Либо же отопление можно в доме сделать. Сейчас тоже про это все расскажу. И вот на вытяжку включаем, клапан открывается. Давайте я вам, кстати, покажу. Сюда это дел. Так вот нажимаем, все, и на улицу у нас дует. Видите, там два клапана стоят, две защиты от обратной тяги. То есть у нас будет, допустим, ветер сильный, сюда не будет дувать. Он будет просто прижимать один. В середине я поставил еще один, и еще один обратный клапан у вытяжки есть. Вот так вот все это работает. Так, сюда можно поставить бойлер, то есть котел даже. И это идет разводка сразу на батареи, на квартиру. Здесь, кстати, есть лиф, очень удобно мыть балкон. Это у нас маленький балкон, сейчас большой вам покажу попозже. Холодильник Арчелик, вот он, кстати, тоже остается, да, вся мебель, техника, она вся остается. Да, здесь у нас 100 квадратных метров, вот, по документам, но я на самом деле мерил, вот так вот ходил. Если не вычитать внутренние стенки, то также 100 квадратов получается, а то, мне кажется, даже и больше, ощущается, балконы брать, все это. Так, здесь у нас плитка, но зимой, здесь в Турции принято, и мы тоже так делаем, мы стелим ковры. Вот, у некоторых я видел, вот здесь они ставят обеденные столы, либо вот здесь, ко мне барные стойки, у нас он тот, обеденный стол, ну, вот здесь вот. Трапезничаем. Здесь у нас, давайте главное перемещаться, здесь у нас диван вот такой вот огромный, головой, к нему еще вот идет приставка такая и большой стол. Кондей, как я сказал, здесь у нас еще один французский балкон. Можно, если диван вот так поставить, то выходить туда. Так, телевизор у нас, все здесь тумбочка такая, все. И здесь у нас зеркальное панно такое, очень красивое, люстра, да, у нас в стиле этого Стамбула. Видите, как сделано? Эта квартира, как я говорил, от застройщика, да, и он сам себе делал. Все очень-очень качественное, всю мебель он собрал, и все новое. То есть, видите, прям посмотришь на стулья, все в идеальном состоянии, стол. Здесь вообще, грубо говоря, практически не жили. Да, давайте я вам покажу вот эти выходы под батареи. Вот они, видите, вот так вот сделаны. Вот здесь, вон там, и так в каждой комнате. Сейчас будем, давайте я вам покажу. То есть можно поставить радиаторы, котел электрический, потому что газ у нас до дома, в дом тоже собрали, решили не заводить. И здесь у нас выход на балкон. Огромный стол у нас вот здесь вот такой вот стоит. Здесь шезлонг. Я вот раскладываю себе, загораю. И вот такой большой-большой балкон. Прекрасный вид. Ну, сейчас что-то тучки пришли, пока я ходил. Но я вам ставлю кадры солнечные. Опаньки, а вот и вставочка. Сейчас сижу, монтирую, думаю, чем бы вам не вставить сюда кадры, как оно вот есть, солнечная погода. Вот смотрите, как солнышко, вот так вот все выглядит, такое все зеленое, красиво. Я вообще сейчас сижу здесь на шезлонге, загораю, скажем так, да, немного, монтирую, и решил вам сразу так вот и вставить сюда, там онлайн. Вот у нас, смотрите, беседка, зона барбекю, ладно, раз сказал беседку, значит, надо будет делать. Зона барбекю, вон 4 стола, где мы с вами ходили. Вот этот сад у нас с вами внизу, вот они, детки наши вот так вот ходят, гуляют, видите, погода, солнце, зима. Перед Новым годом, у нас сейчас, наверное, прям онлайн будет видео, не знаю, когда я его вставлю. Просто не очень хочу продавать квартиру, если честно, у меня прям никак рука не поднимается, вот этот вид променяй. Поэтому не тороплюсь монтировать, но потихонечку надо. Вот, видите, вот она, горка, детская площадка и зона, где мы с вами ходили. Вот он, тренажерный зал, парковочка, вот так мы с вами ходили. Ну, вид, блин, просто вот я обалдею, вот такой садишься с шезлонгом, чаек пьешь, вообще вот так вот загораешь. Класс. Чем классно на балконе, ветер не дует. А, ну он и так сейчас не дует. Здесь вообще прям раздевайся и загорай, никто тебя не видит. Здесь вот такая своя зона приватная. Еще можно, кстати, застеклить балкон. Ты себя не продавал квартиру, я бы застеклил. Вот, мы что-то собирались. Так вот полностью все это закрывается дело, да, и полностью открывается. Здесь такое остекление. Сейчас покажу вам, зазумирую по соседям, там вот внизу, видите, вот там раз. И вот там вот два. То есть такое прикольное остекление, полностью закрыть можно и полностью открыть. То есть если застеклить, здесь еще жара будет. Ну, как еще одна комната дополнительно. Себе ее, наверное, я оставлю. Буду жить здесь, в комнате, на балконе. Ладно, шутки-шутками, конечно. Но вид, конечно, просто обалденный. Косточки иногда приходят, козлы. Горные, черные, белые. Вот, можно разглядывать. Ладно, пойдемте дальше. Обратно вас верну, в то время, когда снимал. Жалко, что солнышко
ушло, пока это, значит, снимается шкафтирка, что по-другому чуть смотришь, нам какие-нибудь кадры ставили, там сейчас кино. Мы сейчас к Новому году готовимся, дети делают себе печенье, как вот так катались. Показывать дальше квартиру. Заодно сейчас взглядов сюда кинем, плавно для вас снимать, чтобы все разглядели. Ну, если что, под видео там тоже ссылка будет. Вот, и можно быть фотки, подробное описание посмотреть, а вдруг я вам что-то не сказал. Так, пойдемте дальше. Так, вот он, кстати, да, коридор, вот мы заходили. Вот здесь шкаф, это все тоже встроено от застройщика. Давайте с вами вернемся обратно в гостиную. Я исключил подсветку, чтобы вы видели, что подсвечивается. То есть вот такая окантовка светодиодная, лампочки, и там еще светодиодная подсветка. Я вам выключу, чтобы вы посмотрели, как это все выглядит без света. То есть вот так вот, потому что камера все равно за счет светильников может давать другой оттенок. Вот так вот. Так, пойдемте дальше. Здесь у нас, смотрите, в коридоре еще видеодомофон. То есть можно поднимать трубку и по видео смотреть. Так, вот здесь у нас санузел, вот здесь у нас спальная комната. Тоже свет включил, чтобы подсветку могли видеть. Есть две подсветки, есть фиолетовая. И вот такая вот. Оп. Здесь у нас кровать, две тумбочки. Это мы в Икее покупали. А, да, вот про обогреватель, если вдруг не смотрел. Вот такие коннекторы, прям на чуть-чуть включаем. И вот так вот подогреваем. То есть запас, ого-го, еще вот столько, вот видите. И также вывод сделан под радиатор. Можно сделать. Вот, кстати. Если бы мы оставались на этой квартире, я бы себе повесил радиатор, да, и котел. Ну, что-то как-то накупили и поставили. Тоже, кстати, удобно. Здесь всего-то вот сейчас зима, декабрь, январь, февраль, то декабрь такой теплый. И все. Три месяца, я думаю, может, не надо заморачиваться. Вообще не обязательно. Так, шкаф у нас такой зеркальный. И кровать здесь можно открывать, и там место для хранения есть. Большой кондей тоже, да, в каждой комнате. Ну, вид на море, хотел сказать. Практически как на море. Вид на горы вот такой вот обалденный, потрясающий, просыпающийся. И во всех комнатах мы сразу поставили москитные сетки. Не знаю, видно вам, нет. Вот, вот здесь вот такая вот. А на балконах везде гармошкой стоят сетки. Вот, поэтому очень удобно. Ну, комаров тут все равно мало, но мы на всякий случай поставили, чтобы шкарахками что-нибудь там не залетало. А то поле у нас аллергии, вы знаете. Мы поэтому поставили. Пойдемте дальше. Так, здесь у нас, давайте в санузел зайдем. Здесь у нас что, раковина, туалет, душевая кабина, тропический ливень. Вот я сделал. Сейчас я вам покажу. Вот так вот, правильно. И вытяжка у меня стоит принудительная. Включаешь все и уходит туда, в этот. Вот, я люблю, когда вытяжка, чтобы воздух обновлялся, свежее было. Вот, и здесь у нас чуть-чуть горячая вода идет с бочки. Сейчас декабрь месяц, все равно кипяток идет. И я дополнительно еще, то есть я поставил новую бочку, у нас там 24 трубы специальных таких, да, которые нагревают все это дело. И даже зимой сейчас кипяток идет, можно даже вдвоем-троем помыться. И плюс я дополнительно поставил компрессор, то, чтобы давление было такое же, как и в холодной воде. Вот, чтобы разницы не было, чтобы напор был хороший. Тоже все отставил. Так, пойдемте с вами дальше вот сюда в детскую заглянем. Так, вот она наша детская. Детка, мы двухэтажную кровать в Икее купили. Первый этаж, второй этаж. Здесь у них стол, комод. Каждому по комоду получилось сделали. Вот такой стеллаж. И тоже сюда батарею поставили. И тоже такой же прекрасный вид у нас изо всех окон. Вид на горы. На пол мы постелили ковры. Вот, а так вот под коврами ламинат. Вон там... Даже не плитка у нас и на кухне, и в коридоре, это гранит, по-моему, то есть очень хороший. В некоторых квартирах здесь нет гранита, здесь там идет просто плитка. И у нас вот такой вот. А в комнатах ламинат. Вот здесь, здесь. И на кухне тоже зонами. Здесь ламинат, там плитка идет. Тут-то. Сейчас, блин, чуть-чуть, видите, уже припозднился я. И тучка пришла. Пока я тут что-то ходил, дела делал с вами. Вот, и все, видите, какое все новенькое, чистое. То есть это все от застройщика, мы ремонт не делали. То есть это говорит о том, сколько в квартире проживали по времени. То есть реально очень-очень мало. Так, ну давайте пока, не отходя от кассы, вам расскажу. У нас Айдат, я сказал, 330 лир, это 1200 рублей, да, где-то 17 долларов. Потом за электричество тоже где-то вот в районе 300, 200-300 лир бывает. Вот, вот так вот в среднем, то есть ну тоже в районе 1000 рублей. Самое холодное время года у нас было 1000 лир. Кондей включил наверху. 1000 лир. Ну, даже нет, 1100, я вру вам немножко. 1100 лир, это у нас прошлой зимой мы платили. Сейчас посмотрим, сколько это будет. 4130 рублей. Вот, все, Айдат, вода, электричество.
Больше ни за что не платите. Никакой вывоз мусора. Мне, знаете, сколько счет пришел у нас в Химках квартир? То, что 100 квадратных метров, как и здесь. Мне счет пришел 35 тысяч рублей. Без электричества. Откуда это берется сумма? В предыдущем месяце было 20, я все платил. За прошлый месяц, перед предыдущим, было 15 тысяч рублей. Сейчас пришел 35. Я даже написал в это и не стал оплачивать. Я говорю, что происходит? Вот они там какой-то долг насчитали, какой-то откуда-то взяли. Я говорю, я каждый месяц стабильно плачу. Цены все растут, растут. Там одно отопление у нас десятку стоит. Потом обращение с этой с управляющей компанией 2 тысячи. Потом капремонт, там 5 тысяч. Содержание и ремонт 4 тысячи. То есть куча-куча всяких ремонтов. То есть я за голову хватаюсь, я уже готов все продать квартиру. Там у нас Московская область, да, там на Московскую, понятно, что какие-то тарифы просто адские, я вообще не понимаю, откуда это берется, это без электричества, электричество я отдельно плачу. Вот, а здесь все, ничего больше не надо, здесь даже вот мусор вы выставляете возле дома, не возле дома, а возле своей квартиры, там с 7, вот у нас здесь написано расписание, там с 7.30, по-моему, все, пакетик поставили, вам его вынесли, и в это стоимость входит стоимость Айдата, то есть... И еще один раз в полгода платится налог за квартиру, там 0,05, какой-то вообще маленький-маленький налог платит, так мы всегда еще не платили, в общем копеечный, все, больше никаких налогов на недвижимость в Турции нету, так что вот такие вот дела. То есть если сравнивать налоги, да, с Россией там и здесь, это просто, я не знаю, там на 5 можно делить, и по поводу уровня жизни, люди тоже пишут, сколько уходит, то есть если вот вы в России живете, сразу на 3 делите, как минимум. Это точно, вот, потому что все здесь вот такую цену дешевле. Продукты, обслуживание, сервис, все-все-все. Мойка там стоит 100 лир, это 300 рублей у нас в России, по-моему, в районе 700 или 1000. Вот, я вообще за 25 лир моюсь. Сколько у нас? 75 рублей, ну, там 80. Ну, автоматическая мойка, подъезжаешь, все тебе помыл, ну, только внутренности не моет, снаружи идеально все чистенько. То есть это просто очень быстро, мне это очень удобно. Вот. Ну и потом вот, тренажеры на улице, все-все-все, море, 2,5 километра отсюда, как я уже сказал, вот, 7 минут на велосипеде, 4 там на машине, вот, жена ходила с дочкой не спеша, 25 минут они шли, вот, так что вот такие вот дела. Ну, что, как вам квартира, как вам наши сите, вот, естественно, летом здесь все такое сочное, яркое, ну, как в отеле, я всегда рассказываю, да, все, у нас все красиво, кратко, сейчас, видите, тучка пришла, немножко дымка появилась небольшая, вот. А когда солнышко, лето, здесь вообще, конечно, класс, бомба. Ну и сейчас тоже класс, вон, ходишь в кофте зимой, чтобы купаться не хватает. Я хотел, кстати, поехать купаться, потому что на днях, позавчера там я купался. Я стараюсь каждый день купаюсь, вода там в районе 20-21 градуса вот так вот колеблется. Все, друзья, спасибо всем, кто провел этот денек с нами, эту экскурсию небольшую. Огромное вам всем удачи, как всегда. Стараюсь не заряжаться продолжительными эмоциями, да, не замечать никаких там мелочей. Ну, когда вы отдыхаете в отеле, я вот это имею в виду. Ну, потому что, знаете, я про отели снимаю, это вдруг кто-то первый раз смотрит видео. Все, огромное вам всем удачи и пока.